Сейчас вот Здорово, бери, здорово. будем дробовик носить, Понял. ты УЗИ. Мне тоже УЗИ больше не нравится. Оно мне уже Когда прошло. проиграли больше 5 раз, мне это УЗИ больше не нравится. Да. Больше не нравится, все. Да блин, Да дайте кто, пройти блин, катану. дверь-то? Да, тут я закрывай. Да, тут я закрывай, да. Она Закрывай сама дверь. закрывается, я, блин, Да ж... офигел сам. Ты что, пропускаешь по этому? По особому случаю? О, Так, что тут у АК-47. нас? АК-47. АК-47, у меня АК. Спасибо. Все, так, а куда? А, сюда. Ты открывай дверь. Так взорвется или нет? Да не Мешай. должно вообще. Да. Чего, кто там А бьет? кто? А как он закинул сюда эту гранату? Давай. Да блин, я На же этом мои хотел. полномочия вся. Да блин. Да не сдамся. Фух. Спасибо. Вам придется идти в этот путь без меня. Ладно. Так спокойно, ладно. Ничего, продержимся. Пытаемся как можем. Так, ладно. No rush, значит, no rush. Спасибо. Ух, сколько вас там. Черт. Идем-ка лучше сюда. Ой, куда? Вниз. Так, вот главное, сторожите вот эти два входа. Два входа. Слева, слева, слева бьют, слева бьют. Давайте сюда. Я... У Стоис Мода тоже такая проблема с дверями. Мы не ладим с ними просто. Так, смотрю, у тебя здесь все плохо. Да, вообще хуже некуда. Они тебя вряд ли поднять смогут. Это кто такой? Курильщик. О, привет, курильщик. Ладно. Погибнем храброй смертью храбрых. Тоже все бесполезно, блин. Мы подыхаем. К сожалению. Хотя постреляем зомби. Не, они это держатся молодцом вообще. Ага. А хотя нет, громила сейчас опять все порешает здесь. Все, охотник, Вот как я и оборзел. думал. Все, капец. Громила вообще оборзели. Он, смотри, он просто зашел в комнату и два здоровых игрока просто в минус. Да, тебе не детский сад. Так, ладно. Я кого-то 47 найти мне снова хочет. Да, блин, да, дверь, не закрывайся. Не закрывайся, ты, я тебя прошу. Да какого черта они выпускают? По распорядку. Так, я... Так, где кабук-то? Ака. С дверьми, конечно, проблема, да. А, Хотя дверь. нет, сейчас пропала. Ой, черт, извини. Ой, здесь их. Ну куда ты вышел? Блин, где АК-47? Хочу АК-47 найти. Не спасибо. Да, все, да, понятно. Я чуть ухо Зои не пристрелил. Ты Ты что че, съесть? камикадзе, что разрушитые? Спасибо. Ага. О, да, как. О, погоди, как 47. Как. Все. Спасибо за обезболивающее. Ага. Ты в таком Таблетки? восторге от АК. Ну да. О, бензопила. Бензопила, давай бензопилу лучше. О, вместо пистолета бензопила, ладно. Пусть будет так. Текс. Давайте резче. Блин, дверь. Да что ж ты такой? А если бы Ух, я ни рядом хрена стоял? себе! Вот это разрушаемость. Всякий кразиса не снится такой кразиса. Здание Да, ну рвануло это, вообще. наверное, единственный такой момент в игре,
Ну да. Так, ну... Когда можно заправку взорвать. Но я не уверен, что единственное, но их явно здесь немного. Все. Ладненько. Крыша, крыша, лезем быстрее. Как же... Ой, блин, извини, извини. Да почему они меня задевают-то? Я бегу как это. Все, заканчивайте, заканчивайте. Я иногда поражаюсь то, что тому, что происходит с катаной. И вообще, ближе оружием. Капец мне. Ну, что ж такое? Да что ж мы этот момент-то не можем пройти. А там еще один жесткий момент будет. На этой карте. Мы этот детский уровень не можем пройти. Сейчас пройдем. Мы же как-нибудь. Так давай поднимай. А нет, не поднимай. А... Да нет, нет. Так, я сейчас... Я сейчас... Да что ты надеешься? Я сейчас... Я черно-белый. Я сейчас попробую тебя. А нет, не попробую уже. Ну ладно, теперь. Так я... Я черно-белый. Держитесь. Сейчас я вылечусь. И попробую что-нибудь сделать. Если сейчас громила прибежит, то все как обычно, закончится для нас. Ай, громил этот. Да он своей рукой, блин, убивает всех. Да сколько вас здесь? Объяснишь мне? Нет. А где этот? Так, Жаке еще. Вижу. А, так, ну, все уже ранены, кроме тебя. Синий уже... Не, не все ранены. А чё, стоит мода рядом с тобой все это время был? Не знаю, где он был вообще. Да, он там был. Ну типа все, мы всё. Вас потеряли. А у Стейс Мода, интересно, аптечка была? Не знаю. Может была. Хотя мне кошелек. Так, не... Я вижу вас. Сейчас пожарик стухнет. Блин, зря я открыл, зря я дурак. Я дурак, да. Просто я дурак. Отлично. Надо было подождать, пока стоит мода. Ну да, может быть. Воскреситься. Блин, да дверь открывайся. Черт так. Либо что закрываться постоянно. Ладно, стоит мода, откроем в канализации. Охотничье ружье. Еще один идет, да. Ух ты. Так, где? Так вот еще один. Ну, так все нормально. Катана есть. Да, нет, ребят, здесь ведьма. У кого дробовик? Ох, ни у кого. Винтовка. Снайперская. У тебя что? У тебя дробовик? Какое-то ружье, что ли, с прицелом снайперским. Так, иди, ты где здесь? Ох. Ты где здесь? Да иди сюда. Да, блин, ну нигер, ну ничему жизнь не учит, а. Хотел бы не в голову попасть на этой винтовке. Не получилось, зараза. А чё она в угол забил? Снова винтовка снайперская. О, да блин. Блин, а? Я под лестницу, короче, пошёл. Я ничего не вижу, прям вообще ничего. Эй, вы... Ты там только живи. И вы там. Да мы под лестницей тихо. Так. Все живы. Ага. Я просто не могу постоянно ведьму убивать. Ну как убивать? Если бы они хотя бы не убивали. Так, все. Да блин. Ой, кислота. Черт. Кислота, да. Она. Она имеет свойство жжеть. Блин, а, как там? Кажется. Ж... Кто, ага. Где выше? А, вижу. Блин, наверху что ли? Жжется. Блин, и танк еще. Я охотник. Короче, все, я минус. А нет, не минус. Нет, все. Сейчас спасем этого. Подожди, там танк где-то был. Сейчас, погоди-ка. Все, я нашел. Выходи, стоит смот. Блин, ну выходи, стоит смот. Все. Я не знаю, я не уверен, но я попробую добежать до конца.
Потому что танка мы вряд ли убьем. Надо было бомбу брать. Аккуратно. Хорош, так оружие, это все-таки винтовка с прицелом. Танк! И здесь, с двух сторон. Так. Так, короче, все понятно. Все. Кабзец. Танк, вырубайся. Да сколько ж тебе надо? Все, подохни. Да. Мы уже были. На финишной прямой. Ладно. На финишной прямой были. О, блин, зомби. Ой, так, черт. Вот все равно же успеет ударить, блин. Отталкивай ты его, не отталкивай. Козлы какие. Так, сзади никого нету? Есть, конечно. Еще раз зомби. Еще лезь, да перезаряжайся. Фух, все. Еще не все, еще одна. Да куда? А где наши товарищи? Не знаю. Где-то они бегают. Прохлаждаются. Блин, где они там бегают, застряли где-то. Да. Да чтоб тебе. О, бегут. Рили. Бегут они, бегут уже. Спасибо, так. А другой пусть поможет. Да, беги, помоги. Во. Спасибо. Да что с чатом-то? Так, секунду. Спасибо. Так, обезболивающее. Чтоб здесь либо найти. А куда? Так, тут кто-то там лазил-то. Дай-ка посмотрю. О! Гранат, давай бери. Пригодится дома. О. А в чем твоя проблема? Че, ничего не получается, что ли? У меня чат завис. Фрэнсис, ну, точнее, игра полностью. Сейчас я попробую еще одну манипуляцию. Придется перезаходить, короче. Ну сейчас, а быстро. Ну ладно. Смотри, чтобы кто-то не зашел на мое место там. Хорошо. Так, игра с друзьями. Так. Да ладно, я к тебе присоединиться не могу. У вас кто-то зашел уже? Да нет, по-моему, Фрэнсис так-то. Фрэнсисом остался. Какое имя? Пригласи меня, пригласи. Так, где? Ох, сейчас это... Так, так, быстренько, быстренько. Так, сейчас я... О, правил. Кажется, нет. Нет, не отправил. А пароль на приглашение. Так, что-то. А, сейчас может. Что-то. Мне правда плохо, друзья. Что такое? Escape там и это. Пригласить друзей. А вот. Так, отправлено.
Не приходит ничего. Так, присоединиться к игре. А вот все. Фрэнсис загружаюсь. Да, у нас Фрэнсис вот так подох. Ну да. О. Ну вроде. Так, где-то. Я перезашел, все нормально стало. Так, спасти. Так, дверь, открывайся. О, все. Во, прям вовремя. И таблетки здесь есть. Так, таблетки. Проходите, давайте, друзья. Пистолет. Бита. Да блин, а? Я еще дверь закрыл напоследок. Ну блин, только восстановился. Ё-моё, а? Идем, идем, идем. Это что такое? Не-не-не-не-не, F2. F2. Смотри, что задумали. Ну блин, ну. Если вы такие медленные, что я могу сделать? Так. Так. Скажи. Угу. Ты громила! Громила, отходим, отходим назад. Тут тебе дери. В этот раз он не убил всех. Ага. Успели отойти подальше. Угу. Ничего себе, там этот Зоя телепортируется. О, ведьма... Нет, уйди, уйди. Да, да блин. Давай, мочи, мочи. Нигер. Молодец, молодец. Завалил просто. Нигер катаны ее. Ай. Вон он я. А, еще тебя надо ждать сейчас. А, ну сейчас. А Нигер только меня открыл. Молодец, Нигер. Увожу к тебе. Так, ну я не знаю, я... Ты внизу еще должен, по идее, нет, ну, это... становиться. Осторожно. Так, коктейльчик. А, все, погнали вниз. Так. Мы, кажется, идем к этому месту, где вот эти два этих... были танка, что ли, не громила. Да, там громила был, просто мы были в туннеле с тобой, там еще одна ведьма. Нигер, иди сюда. А вот Костя, вижу себя в том числе. Ты умеешь разбираться с ведьмами. Блин, да ну так, сейчас и к ведьме меня повел, конечно. Да как же я люблю оставаться наедине с жакеями. Так, идем, идем, идем. Они самое главное в такой момент приходят, когда я беспомощный. Так. Ведьма. Ну ты успел меня воскрешить. Ведьма, блин, какого фига? Она во мне. Да чтоб тебя, чертова ведьма. Я не раз заметил, но зараз такая оказалась. Громила, громила. Ой-ой-ой-ой-ой, унесло. Кого-то затоптал. Ой-ой-ой. Все, жива? Топот жива. Ну еще вроде жива. Так, ну танка вроде не было, да? Угу. Или был? По-моему, так не было, был громила. Куча зомби. Бабах. Так, что-то... Так, ну все, заканчивайте. Так, все, я побежал, короче, выбегу. Давай, давай! Все, мы прошли, ребят. Это было очень плотно. Очень. Но мы справились, тем не менее. Да, больше прошли, больше половины. Да, это уже третья миссия пройдена. Осталось две. Но они, по сути... Почти что самые легкие, почти что. Набито наибольшее количество зараженных. Стоит мода 86, топ от 44.
Нанесено больше всего урона ведьме. Ну, нигер, конечно же. 1500. Молодец, конечно, я. Да. Сейчас микрофон поправлю чуть-чуть. Хорошо. Ага, так. Что там есть? Так, Айка, что мало винтовку возьмем, 16 всего. Ой. Что там? Чуть нигера подбил. О, сейчас появится девочка из звонка. Нет, не появится. Не появится. Почему герои этого звонка не могли просто так сделать и все? Да. Она же не вылезет из разбитого экрана, по идее. Тебе. Еще одна ведьма, да чё? Так много ведьм-то. Ой, стой, смода, иди сюда, там ведьма опять. Ах ты. Ладно, идем быстро. Ну вот это он сейчас, точнее не он сейчас сделал. Это двери багуют просто, я так понимаю. Так. Да блин. Тогда давайте, я понимаю, он прикрывает пока. Да не не прикроет же. Окей, черт. Сейчас такой. О, спасибо. Так, все нормально. Здесь птичка есть. Наверху сейчас будем действовать четко инструкции и как там что делать. А то сдохнем. Так я вижу ведьму. Нигер. Нигер, давай ведьму, ведьму убивай. Ты можешь. Там ведьма. Все ему дорогу уступают. Вперед, Кать. Ты смотри. Ой зря. Топот, блин, да какого фига ты. А нет, топор, говорю, топот. 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 Кретин. Так я коптичку использую лучше. Надо было предоставить это нигеру. Он бы убил ее. У меня здоровье как-то не очень. О. Вот опять вот дверь, ну. Она открылась и закрылась. Так, зомби. Так, надо подождать этого. А, он открыл уже его. Стой, не иди туда пока. Зомби. А то, как я, попадемся. Надо держаться вместе и прикрывать друг друга. Давай останемся в этой палате. Чё это за кабинет? Какой-то просто обычная палата. Ну да. Может и нет. Бета ресепшн. Или как это называется. Ну, да. Опа, чуть не попался. О, охотник. Ух ты! Чёрт. Кислотный. Вот это было очень жестко сейчас. Ой, в смысле вы? Поднимай скорее меня. Мунда. Чё, все мы так тупо. Да все просто сдохли сразу. Это было так тупо. Максимально просто тупо. Чё этот на моих глазах? А, это Зой. Мы вдвоем играем опять. Все покинули игру. Ну ладно, сейчас кто-то в процессе присоединится. О, я пришел в кабинет. Здесь сердце нарисовано. А, здесь какая-то это. Да. Стоматология, наверное. И для чего такой свет? Лампочки такие. А, нет, это... Черт. Рентгены здесь делают. Или просто просматривают их. Смотри, кто к нам пришел. Excuse me. Excuse me. Excuse me, блин. Здравствуй. Приветствуем новых игроков. Excuse me. Как-то переводится на английский, конечно, даже не помню. А в смысле никого не убило? Я так старался. Ой. Да блин, я не привык мне, кажется, что у меня катаны нет. Черт. Алло, я рядом с телефоном. Полицию можно вызвать? На нас тут нападают зомби. Так, 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 кверху, сверху. О, такая сзади, чисто до двери. Сзади режет. Толпа бежит. Не только сзади. Закрой ты чертову дверь-то, кретин.
Он, блин, то не нажимает на эту дверь, то, блин, нажимает два раза на нее. А кто, спасибо? Да, блин. Да, да, блин. Да ладно, вы чё? Excuse me, вытаскивай то катку. Я помоги. О, спасибо. Сейчас я помогу. Быстрей, быстрей, жесть, быстрей. Вот это прикрывай. Поднимай. Вас спасает excuse me. Сейчас, погоди, я помогу. Сейчас я тебе помогу. Да блин. Да, что нам такое? Кислотный какой-то. Шо... Нет, курильщик это. Давай, все, пошли. Луис, Луис, идем. Надо потише чуть сделать, вот так. Вперед. Ох, идем, давай. Уй, у вас здесь, ребята. Сейчас какая-то гадина и выведет меня из строя, да? А нет. Все вроде спокойно, благополучно прошло. Ох, Трабадан. Так, я думаю, стоит подлечиться, потому что сейчас будет один сплошной жесткий момент добраться до убежища. На крыше тоже не сладко будет. Так, идите кто-нибудь лифт запустите. Так, сейчас проверим. Гранаты, так, черт, взяли гранату, а мне гранаты, я сейчас бью кого-нибудь там. Так, лифт. Я один пойду, ладно, я пошел так. Только беги сразу к нам потом. Да... Запустил? Сейчас запущу. Так, ты не туда идешь. Я туда иду еще. Вон туда, вон туда, вон туда. Нет, 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 назад, назад. Вон туда. Потом налево. Ага. Дорогу обратно только запомни. Вижу, лифт. Так, зомби. Ясно. Да блин. Так, я так понимаю, что нам за тобой сейчас надо будет идти, да? Вызвал. Давай. Уже вызвал. Кажется. Подох. Вызвал, блин. Топот опять пришел. Да как тебя тереть? Excuse me, топот ее. Да, идеальная команда, Dream Team. Играть не хотим. Да в смысле? Опять. Вот мы выпустили вот это вот. Мы пропустили ту тонкую грань, когда мы были в безопасности. Знаешь, когда кто-то контролирует ход, зомби не пробегают. А когда вход за это... Блин, а? Это, видимо, надо контролировать ход, знаешь? Видимо, они появились, когда риф запустил, что ли, всё-таки? Значит, да. Это... Чтоб тебе. Контролировать ход — это вообще полезная по жизни штука. Так, это традиция, надо сюда выключить. Так, так, так. Сори, я не специально. А чё он сделал-то? Тебя убил, что ли? Нет, а нет, ты мёртв уже был. Так, как-то ремоут возьму. Excuse me, покинул игру. Мы снова вдвоем. Ну да. Чё от нас все уходят-то? Ой. Бежим так. О! Да. Так, ладно, нам еще две миссии надо пройти. И этот ад закончится. Да. Знаешь, вот как бы удивительная игра. Ты мучаешься, как бы, да? Угу. Не можешь пройти, но тебе интересно. И ты продолжаешь. Хотя не всегда так, но. Так, привальщица вроде. Я слышу танка. Стой там, стой там. Я не уверен, что мы его убьем, но
Блин, надо отойти. Так, где-то там толстый. Ау, танк. Слышишь, да? Я слышу свой стук сердца, слышу, главный герой. А ты черно-белый, что ли? А ты ведьма. А, нет, это не танк, не ведьма. Это я думал, ведьма бежит. Ты черно-белый, что ли? Ну да. Блин, я толстого слышал, он меня достал. Так, сейчас я танка сагрю. А где танк? Почему к нам никто не присоединяется? Не знаю даже. А, у меня один присоединился, ворон. Называется. Ворон. Ох ты, блин! Живой. Меня эта игра до сердечного приступа доведет. Сейчас еще танк где-то вылезет, то все. Так, надо лифт. Я лифт пошел включать тогда. Не-не-не, подожди, сейчас они придут ко мне. Ведьма. Да блин, какого хрена ты... Чё себя на дверь вышвырнула? Я, блин, только увидел, хотел... Я пытаюсь отомстить за тебя. Скотина. О, к нам еще один. Митя присоединился. Да. Да блин, да что... Ворон, Митя, ворон, вы ранены. Что вы делаете, ребят? Ладно, давайте заново. Совесть с чистой, душой с чистым здоровьем. Все, заново. Все, собрались. Собрались. За этот раз мы должны все пройти. Здесь козочки были. 6. С пастухом. Угу. Так, телевизор разбили. Ничего, пузырь пуст. Самое главное, это разбить телевизор. Это как талисман. Так. Да, телевизор, без телевизора мы не погибнет. Не пройдем. Да. Телевизор, если не разобьем, точно не пройдем. А кто рычит? Потому что там не... Чёрт его знает, кто ворчит. Это танк. Вот это точно танк. Я его вижу, и он меня видит уже. Назад беги. Мне экран трясется. В убежище быстрее. Откройте дверь, пожалуйста. Не здесь, хорошо. Уходи, Митя. В убежище заходи. Закрой дверь. Ворон. Как он выжил? Как он выжил-то вообще-то? Он пытается выломать дверь, но у него не получается ничего. Черт. Все. Да, наконец-то ты... Фух. Да. А как Митя выжил, вопрос? Не знаю, как он выжил. Ему повезло просто. Он же там прям вплотную с ним был. Чёрт вместе с тобой, кстати. Ага. Вплотную. Ну, видимо, как-то все-таки ему повезло, наверное. Но у меня есть хорошая новость. Танка больше не будет на этой локации. Ага. О, я вижу кису. Хочешь посмотреть на кису? Ага. А. Смотри, какая красивая, блин. Я даю 1000 баксов за эту картину. Так, опять громила. Да ты... Да чтоб тебе... Ушлёпок. Да кто мне там... Это я случайно. Ладно. Я думал, громила заделся. Там еще толстяк стоит, толстяк. Я думал, он черепа от громила. Может, он там задел как-то. Да, вообще... А, ты черно-белый, да, опять? Угу. Сейчас я тебя вылечу. Ух ты, херна себе. Ничего себе, не стену. Стену. Можно пройти, да, прибег. Что такое? Ох ты, лифт. Такие взяли, стену сломали.
Чё-то так тихо, в лифт не падай, только. Да, я понял. Ну, такой такой вот способ пройти по-быстрому. Охотник? Ничего себе, он там летает. Что-то он это... Этого, например, на это... Снорка. И сталкера. Сталкера, да? Да. Так, Громила еще один. Да сколько их здесь? А... Да иди к черту, Громила. Вороны. И ты живы. Мы с Митей лежим. Да, мы сейчас поднимем вас. Че за такой неприятный газ? Курильщик, ты курил? Надо будет в конце статистику посмотреть, сколько раз мы сдохли. Ага. Так, давайте я запущу, потому что у меня жизни более-менее. Ага. И все сюда прутся, блин. Пойдем все назад. Дайте... И развернулись. Так, идем. Дверь, заходим все, закрываем дверь. Давай, вон, у нас... Не, не за... Надо отстреливать же их. Это нельзя дать им ворваться сюда, иначе это будет фиаско. Просто долбим их вот так. Ну, слушай, у нас сейчас гармоничная команда такая получилась. Давай, все друг друга прикрывают. Все, фух. Кажется... Не ага. Все, это не расслабляйся. А, я не смогу, погоди. Митя, держись. Митя. Еще бегут. Че мне? А, я думаю, что мне держит тут это? Все, патрон закончился. Это похоже на яички в этом. А лифт? Инкубаторе. Черт, пистолет. Да откройте вы дверь. Открой. Так, что там открывай, закрывается. Так, патрон никаких нету. Так, охотник. Нормально, все в лифт. Я жду. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Уже иду. Все хпшки снил. Снил. Сняла. Дай таблетки, по-братски. Так, кислота, блин. Да, блин, я же... А, свертанки, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. А, спасибо огромное. Ты черно-белый, да? А. Ладно. Черно-белый? Ага. Самое интересное во всем этом нашествии вампиров. Это ты по-любому. Ты чё? Ладно, ладно, сядь. Он этот, он прозрачный. Чё, ты ведьма, что ли, там? Это... Не, это Жакей. Сколько же вас там? Ты такой с сигареткой в зубах чисто. Чё у тебя на берете нарисовано? Чё это восстает? Я же не вижу. Фиг знает. Может, какое-то название, какое-то спецподразделение? О, я вижу этот. Морских котиков. Морских котиков. О, здрасте, зомби нет. Мы строг не будем. Вот так, ворон кого-то там уже убивает. Так, пистолет. Блин, а город красиво выглядит. Ну да. Ух ты. Хоть это 10-летняя давности графика, но все равно. Прикольно. Так тихо, аккуратно только. У меня на один удар жизни. Так. Ой, сзади бегут, ой, сзади бегут. Ух ты. Брон за не. Блин, черт. Ой. Они сами спрыгивают, суицидятся. Окей. Так. О, кислота, кислота. Черт. Курила. Блин, а? Да чтоб тебя. Не-не-не, ребят, вы не говорите, что мы все сдохнем сейчас. А Митя живой еще. Витя, держись. Помоги. Митя, не поднимай его. Убей сначала. А хотя нет, поднимай, не на меня поднимай. Да-да. Давай. Блин, а? Блин. Да какого
Чёрт. Мы опять были. В кота. Чуть-чуть. Мы в 20 метрах от победы были, понимаешь? Ах, ладно. Так, томат. Ладно, вот раз так же сделаем. Да сраная дверь. Ой, чёрт. Освежись. Опять ты умер. Чтоб тебе. Ой, так. Угу. Никого спереди, сзади нету. Не было нужды, но все равно спасибо. Чёрт, а... Да, не было нужды, ага. О, спасибо. Ладно. А, спасибо за аптечку. По-моему, ведьма. Нет, ведьма, да. Это точно. Топорик. Так, а... С той стороны нет никого. Так, мне интересно, опять Нигер сделает свое дело или нет? Там сверху да, ведьма, не иди туда. Не иди. Да, вижу. Нигер у нас пошел вниз куда-то. Что там нашел? Митя, я, конечно, ничего не хочу сказать, но ты, по-моему, не попал. Я тоже не попал. Варан! Ой, сколько вас там? Что-то многовато вас там. Что ты испугался-то? Сколько... Он такой смотрит. Идите ко мне. Идите. Живой? А, он там перезаряжает, что ли? Чё, набесится? Все нормально? Сейчас подожди. Вот, это ничего видимо. Не делать. А, там зомби круги. Я их пока сниму. Я напугал ведьму! Да чтоб тебе... Куда ты? Она куда-то бежит. Куда побежал-то? Она за мной бежит! Я это, кстати, попробую. Давай. Есть, все. Все, я... Все, она умерла? Да, мертва. Я в убежище спрятался. Можно не волноваться теперь. Да. Я даже не понял, как я его напугал, но ладно. О, коктейль Молотова. Я возьму тогда. Ага. Пригодится, что на всякий случай. Надо будет кинуться тогда, когда зомби с лифта побегут. Или, точнее, после включения лифта. Молотов? Угу. Ну да, можно. Не попади в меня только. Так, я вижу охоту. Так. Все. Аккуратнее здесь где-то этот. Толстый. Так, я пойду другим путем. Через стену. О, толстяк! Я теперь понял, где он был. Так, варана нельзя оставлять одного. Давайте. Падайте. В это лифт. Блин, а? Зашибись. Черт, они там. Да блин, спускаться вниз, то где вниз-то? Черт. Сейчас. Вовремя. Так, я. Живой ворон, такая этому. Так. Черт. Ладно. Сейчас как-нибудь выживем. Мою аптечку стырили, уроды. Так, где здесь? Может, я сейчас где-нибудь появлюсь, но это не точно. Здесь есть. Да, может. Лифт включаем. Да, вызываем лифт. Чё? А, все, вызвал. Побежали. Митя, назад, Митя. Митя, назад. Ой. Сколько вас. Ой. Бежим. Ой, черт, где. Ой, черт, все. Фигуа. Понятно. Ну, один ворон жив. Давай, держись, ворон, давай. Спасибо, ворон. Ага. Спасибо огромное. Ага. О, отлично, коктейль Молотова тот кинул.
кто-то кинул. Молодец. Спасибо. Он за тебя пляшет. Вы упустили эту сезон. А нет, еще не упустили пока что. Выживем, если они забежали, то это капец. Отлично, все. Нормально, пока бы меня не тут дела. Да блин, дверь откроется. О, выживших, сейчас мы выживем. Пойди, пойди. А вон я, вон я. Да, с зомби разберемся, оставшимся. Черт, газ. Сейчас мы тебя спасем. Все, меня спасли. Вот толстый. Толстяка стошнил на... Блин. Нет, 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 нет. Давайте речи в лифте. Блин, понятно. Что ж такое? Да спасибо! Фух. Ворон, давай. Мы тебе... Спасибо. Ой, ничего себе их там. Давай, Ворон, держись, Ворон, живи. Я, конечно, не уверен, но Мити капец. Сейчас, сейчас, Мити. Ворон, да, помой Мити. Мити, чёрт. Да, помоги мне-то. А, блин, да, чёрт, я... Вот сейчас мы могли бы все сдохнуть уже. Ах ты, вот коза. Отойди. Фух, сбегайте от кислоты. Ну чё, Ворон? Громила, понимаешь, он в этот, в стеночку. Долбанулся. Он если бы сюда забежал, все, нас бы раскидал. Фух. А, спасибо, адреналин. А, это... Ну, хотя бы... Ты черно-белый, что ли, опять? Ну да, но здоровье хотя бы у меня получше, получше. Так, ну что, поехали. 22 этаж. 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, ну, нет, 28. Добро пожаловать. А, это же Грасс, это Митя. Ой, погоди, Митя, погоди, громила, блин. Аккуратно. Все нормально, будь меня. Какого Ворон фига? Покинул ну, игру. Черт, зомби. Да. Так, так вот здесь надо аккуратнее быть. Блин, ты не подойдешь. Да чтоб тебе? Как ты меня задел-то через? А чё, ты сдох? Ага. Такой Зой. Блин, зашибись, а? Ну и Зой, давай помогите ему. Ну, вы сможете. Не, ну я не уверен, что я пройду один. Хотя все возможно. Может сейчас и меня сюда же заодно. Ой, я черно-белый. Давай, Луис. Ну, давай, Луис, держись. Помоги. Так, ну проход вроде чист, поэтому... Я попытаюсь пройти к убежищу. Давай. Если я пройду, это будет чудо чудное. О, вы в фото. Я прошел. Луис, давайте, ну. Все. Все, закрывай дверь. Фух, отлично. Так, сейчас я подойду. Через минуту. Я здесь. Так, я тут. Ты тут? Да, тут. Как-то ремонт я соберу. Так, одну бомбу. Так, ну здесь изи. Это можно пройти спокойно. Так. Я думаю, что даже вдвоем, поэтому пошли. Фух. Главное вот здесь вот не сдохнуть, а остальное... А вон, кореец какой-то присоединился. А нет, уже уж отсоединился уже. Фух.
Угу, бежим. Ух. Сейчас главное на крышу выйти. Так, тихо, тихо, не падай. Не так. Вот так вот. О, молодец. Старичок, умеешь. Могишь так. Так нет, какой? О! Как какашка. Какого? Ох, сколько там. А, вот лестница. Так вы бы помогли мне, да, кто-нибудь? Да. А вот кореец опять подошел. У меня охотник уже убил все. Есть. Так, зомби сейчас забьем. Давай. Да. Ну все, здесь на аптечках можно, в принципе, не экономить. Сколько пытался? Че там сверху падаете-то? Как снег на голову. Самая атмосферная, ага, наверное, карта. Ох. Отличненько. Так, я тебе сейчас покажу место, где мы будем с тобой сидеть. Сейчас я запущу сразу. Да, здесь аптечки, он есть. Ох, отлично, патроны. Здесь оружие. Угу. Совсем недолго. Ну да, спасибо, Зои. Пай, пулемет. Может, сейчас пригодится хотя бы. Так, давай этот. Не, пулемет не нужно. Так, нет, уж этот возьму. Мы вдвоем это, в принципе, не пройдем, если будем так, ага, кто где куда. Нужно сейчас это в одном месте засесть. Все, пойдем. Смотри. Ага. Да куда ж ты? Прыгайся, да? Ага. Ой. Все. Вот сюда двигайся, чтобы они тебя не трогали. Вот. И не толкайся, самое главное. Ага. И все, мы сидим, все, отстреливаемся. Все. Если нас кто-нибудь схватит, то мы друг друга спасем. Так, нормально. Это просто боговое место, сюда зомби не могут пробраться. Но охотник схватить может. Так, Луис, держись там. Как слышишь? Мы тебе что поможем? Так он тебя чуть не схватил. Так вот сейчас охотник ходит, поэтому это опасно. А вот он. Нейтрализован. Черт. Давай, давай. Черт, Джеки. Вот с танком проблемы, кстати, будет. Так, снизу поперли. Я надеюсь, что меня никто не схватит, поэтому... Я пойду по-быстрому что-нибудь возьму, так, здесь. А, нет, мне в другую сторону, кажись. Сиди там, ага, где я тебя показывал. Ой, извините. Давай засядем. Что? Сюда, сюда спрыгни чуть-чуть. Ага. Вот здесь я, в принципе, ой, сейчас достану. Ребята, сюда. Сейчас будет танк, и это не очень хорошо. Луис умер. Черт. Ага. Танк, Зоя все. Ранена. Помогите. Танк кислотный сейчас. Бью кислотного. Если увидишь танка, беги оттуда, я тебе, ага, серьезно говорю сейчас. Он тебя там достанет. Охотник. О, ни хрена себе. Да, я с крыши упал. А танк скипнулся. Мы сломали игру. Луис в воздухе висит. Запрыгиваем сюда. А, сейчас. Блин, такое бывает, когда здесь сидишь. Особенно все типы игроки, когда сидят. Танки бывают скипаются. Но это нам на руку, в принципе. Быстрее пройдем. Ой. Так, сейчас я вот здесь вот закину. Как-нибудь вот так. До нас не дойдет, надеюсь. Не, не дойдет. Хотя мне... Так. У меня есть здесь что-то?
Не укинем мы кому-нибудь. Нарвём. Так, толстый. Охотник. Да. Ай-яй-яй, тихо-тихо. Сейчас я тебя подниму. Сейчас я только вылечу сам. Угу. Что, у меня аптечка есть еще одна. Да там еще вроде есть, не вижу. О, Зои, спасибо. Так, а нет, аптечек больше нету. Лечись давай и аккуратно впредь. Ой, блин, я тебя перепутал с этим. С зомби. Так, сюда опять же запрыгивай побыстрее. И давай, давай, давай. Так. Я попробую Зои спасти. Так. Ай, блин. Да что же. Да, да блин. Да что ж ты так лагаешь-то? Зоя. А все, не успел. Эх, Зоя. Интересно, скипнется сейчас танк? А вот, все, уходим. Уходим так. Ой-ой-ой. Ну, если я успею идти. Прикиньте. О, толстяк. Вертолет, быстрее к вертолету. Только бегу, прикрой бегу, меня. Бегу. Да-да-да, все. Вертолет скорее. А ты выжил? Как-то запрыгнул, в общем-то. Куда-то дальше полетел, не вертолет. Слушай, наконец-то. Это было жестко. Там и танк. Давай посмотрим статистику. Кто сколько раз умер, мне интересно вот это. Интересно, другие там, которые игроки заходили, тоже, наверное, как-то засчитались. Сколько там куча игроков? Не, они не засчитались. Ну, потому что они до конца не дошли. Спи спокойно. Спи спокойно. Луис, Зой. Ну да, они погибли. Смерти храбрых. Выживший Зой роли себя погиб. Луис роли себя погиб. Френдли Пехе, так. Роли Фрэнсиса, монеты. Один, два часа мы проходили. Один час 46 минут. Сложность эксперт, количество перезапусков игр 13. Смерти. Один Луис, один Зой. Ты 21 раз умер. Количество выходов из строя 41. 40. Возда птичек 0. 6-5, почти что наравне. Без боли всего так. Ага. Сколько всего-то. Убит охотнику 5-4, нормально. Рукопашная. Угу. Толстяков 3-2. Так, курильщиков 3-1. Ты даже 3 курильщика умудрился убить. Громил 5-4. Громил 5. Жокеев 3-1. Плывальщиков 5-3. Зараженных 400. Зараженных. Ты больше, чем я убил. Нормально. Количество урона. Ух, 7720. Ничего себе, это 7000 получил. Нормально. Нормально. Ну что, на этом, я думаю, надо прощаться уже. Mm-hmm. При всем, как в этом фильме пострадало 896 зомби. Маловато. Да, но побольше. Игрок, чё, Раф, 773 покидает игру. Тут еще пытался присоединиться к концу, что ли. Да. Ну ладно, в общем, на этом заканчиваем данное видео. Следующее, второе по счету, которое получится, наверное, даже больше, чем предыдущий. Придется, наверное, его делить на две части. Да, я, наверное, на три даже поделю его. На три, либо на две там. Где-то по 30 минут или поскольку 30 с чем-то. На этом так. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорой. Приходите на канал Михаила. И на канал Kill Tiger. На этом все. Всем до скорой. Да, выговорил наконец-то. И удачи, в общем-то, и всем пока. До скорых встреч. Всем пока.